Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале «Здоровье, тренировках и жизнь». Сегодня я открываю сезон. Сегодня на улице 9 градусов тепла, вода где-то тоже 9 градусов. 9 ноября сегодня, и я хочу начать сезон, хочу ворваться в этот сезон. Вы знаете, что я уже больше 5 лет закаляюсь, но вот, знаете, начинать сезон всегда как-то непросто, всегда вот делать этот первый шаг очень сложно. Я хочу, не то что говорю вам, что обязательно вам нужно лезть в прорубь, закаляться. Это не для всех, не для каждого. Если вы чувствуете, что вы хотите этим заниматься, если вас тянет попробовать, то попробуйте. Перешагните через себя, возьмите весь свой характер и попробуйте. Попробуйте это сделать. И поверьте, вы выйдете из воды совершенно другим человеком. Вы просто не узнаете себя. Это действительно будет какая-то внутренняя борьба с собой. Но тяжело делать первый шаг, всегда тяжело, но это очень полезная штука, я уверяю вас, это повышает иммунитет, это повышает защитные свойства организма, вы реально становитесь здоровыми, и это очень круто, не правда ли, ребятки? Если вы чувствуете, что вы хотите этим заниматься, если вас тянет попробовать, то попробуйте. Перешагните через себя, вот возьмите свою волю в кулак, возьмите весь свой характер и попробуйте это сделать.